Из-за ночного снегопада в Якутске на дорогах образовался гололед. Госавтоинспекция республики напоминает всем водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров. За последние сутки количество пострадавших возросло почти в два раза. Вчера в травмпункт обратились 106 человек. Из них только сегодня до 3 часов дня обратились 70. В большинстве случаев у пострадавших диагностируют вывихи, переломы рук, ног, спины, грудной клетки. В основном в медучреждения обращаются пожилые люди. Также сегодня на Вилюйском тракте с горы скатился КАМАЗ с грузом. По информации службы эксплуатации городского хозяйства, на уборке снега и засыпке песка задействовано 30 единиц техники и более 100 работников. За прошедшие сутки на дорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Из них 3 ребенка пострадали. Во избежание спешки и торопливости, которые неизбежно повлекут несоблюдение безопасного скоростного режима, необходимо заранее рассчитать время поездки и выехать заблаговременно. При выборе скорости движения нужно исходить из возможности видеть и понимать постоянно меняющуюся дорожную обстановку.